Всем привет, дорогие друзья! С вами я, мисс Лера. И сегодня я вам хочу показать все папины монеты. Ну, конечно, не монеты, а бумажные денежки. Вот. У моего папы тут очень их много. Вот. Тут написано коллекционный альбом. Коллекционный альбом. Вот, нарисована монета, а тут написано монеты, да. Вот. А начну я пока с этих бумажных денег. Вот. Вот так вот первое выглядит. Вот так сзади выглядит. Вот тут написано 10 000 рублей. Вот. Вот так все выглядит. Вот. Вот так вот выглядит. Вот так сзади выглядит. Вот и тут написано 10 000 рублей. Может, покажет? Подождите-ка. Вот. 10 000 рублей. Ну вот. Вот так вот выглядит. А здесь написано образец. Блин, а его сейчас не увидела. Образец. Стоп, откуда он тут? Ой, и тут образец. Ой, что-то... Может, на солнце он показывает начало образец? Ладно, ничего страшного. Вот, отложим. Идет у нас вот такая вот денежка. Вот, подождите-ка. Вот. Вот так все выглядит. Вот. Вот так вот выглядит сзади. Вот. Тоже отложу. Вот. Идет вот такая вот денежка. Вот, недавно папа ее купил. Вот. А тут написано 500 000 рублей. Вот, 500. Правильно, 500 000 рублей. Вот. Так она сзади выглядит. Вот. Вот такая. Тут 100 рублей. Да, 100 рублей. Вот. И тут написано, ну, нарисовано 100. Вот так сзади выглядит. Поменялось немножко. Хотя нет, все нормально. Вот. 100 рублей. Идет вот такая вот деньга. Ну, денежка. Вот. Тут написано «Банк России». Вот с двумя «и». Вот. Банк России. Вот. А тут 5 000 рублей. Вот. Вот, сейчас покажу, как она сзади выглядит. Вот так она сзади выглядит. Вот. Теперь начинаем с альбома. Вот, первый нам уже, ого-го, сколько ждать. Вот. Вот. Первые денежки вот такие вот. Подождите, что-то на как-то... Блин. Вот, все. Вот, вот так сзади выглядит. Вот такие вот. Вот, подождите. Буду громче говорить. Наверное, меня не было слышно. Я так думаю. Вот, вот такие вот. Она тут нарисована три. Стоп, тут, блин, от света не видно, что это написано. Мы прочитаем. Вот. На, вот. Тут написано 3 рубля. Блин. Ладно. Блин, солнце. Конечно, лампочка. Она вот такая вот. Вот.
вот такие вот. Вот так. Вот такие вот. Вот. Вот такая вот. Это выглядит так сзади. Вот. Тут, тут написано 50 рублей. Вот. Тут тоже 100 рублей. Вот, а тут 25 рублей. А так оно сзади выглядит. Здесь ракета. Конечно, не ракета, но блин. Ладно, вот так. Вот. Какие денежки. А вот так сзади выглядит. Вот такие вот. Вот. А тут написано 1000 рублей. Вот, 1000 рублей. Подождите. Вот так сзади 1000 выглядит. Вот, опять 100 рублей. Много тут 100 рублей, короче, у папы моего. Тут тоже 100 рублей написано. Российский флаг. Ну да. Вот такая вот денежка. Тут написано 5 рублей. Вот. Тут написано 1000 билетов. 1000 билетов. Ничего себе. А тут написано 1000 билетов. Да, билетов. Вот так вот сзади это 1000 рублей. Вот. Вот тут уже пошли обычные. Настоящие вот так вот сзади выглядит. Тут обычные 10 рублей. Тут 50 рублей. Вот тут 100 рублей. Но это уже обычные деньги, которые у нас сейчас есть. И сзади обычно выглядит. Вот. А тут написано образец. Все тут увидела. Вот такие у нас тоже сейчас есть. 200 рублей. Вот, 200 рублей. Вау, какая красота. Ладно, вот такая вот тут. Это какая? Подождите. Сейчас 10 тысяч рублей. Вот. А тут написано 2000 рублей. Вот, ну тут обычная 200 рублей. Идет вот такие золотые. Вот такая вот золотая. 100 рублей. Вот такая вот золотая. 100 рублей. Вот это тоже у нас 100 рублей. Тут, конечно, не написано, что 100 рублей. Но я просто подсветом вижу. А это тоже. Подождите. 100 рублей. Вот 100. Ну, тут уже написано 100 рублей. Ладно, блин, подождите. Мне придется перевернуть. Вот, 100 рублей. Вот, тут забиваки уже. Вот так вот выглядит. Первая золотая забивака. Вот, показываю вам. Ну, первая золотая забивака. Это 100 рублей. Вот так зимняя выглядит. Вот. А это вот такой футболист. 100 рублей. Вот футболист. С мячом. Кстати, это новый мяч. Блин, конечно, не видно. Но это новый мяч. Вот так сзади выглядит этот новый. Вот тут вот так. А тут на все у нас 100 рублей. Вот. Тоже. Ой, я что-то не перепутала. Я просто назад полистала. Вот, но это ничего страшного. Да, ничего страшного. Вот. Кабан. Кабан. Да, это не кабан. Не помню, кто это, но это для меня он кабан. Нет, не кабан. Бык, да, точно, бык, золотой бык. 100 рублей. Вот, стадион наш.
Так, идет вот такая вот денежка. Ноль. Что, ноль рублей? Да, 5 рублей, наверное. Вот. Так, вот тут обычный мяч. Вот так сзади выглядит. Вот. А тут у нас сзади все чемпионские наши футболисты. Тут написано памятная бан. Подождите. Блин, я не понимаю, что тут написано. Памятная банкнота. Памятная банкнота. 100 рублей. Блин, что-то так много 100 рублей. Вот. Вот. Так, вот тоже 100 рублей. Вот. А тут у нас не написано сколько. Тут 100 000 рублей. 100 000 рублей. Сейчас покажу, как сзади оно выглядит. Ну, вот так, 100 000. Стоп, тут написано 100 рублей. А тут 100 тысяч, наверное. А, нет, 100 тысяч, вот рублей. Ну, тут уже неинтересно пошло. Какие-то штуки непонятные, ну ладно. Блин, подождите. Все закрываем. Вот. Главное аккуратно, чтобы ничего не помять, не поломать. Вот. Подождите-ка. Сейчас я эти возьму. Расположу, чтобы вам было видно, как я вам сегодня показывала денежки. Подождите-ка. Вот бумажные денежки. Вот так вот. Тут написано монеты. Да, тут нарисованы монеты. Коллекционный альбом. Вот, тут такие денежки. Ну, всем пока, дорогие друзья. С вами я была, мисс Лея. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, пишите комментарии. И всем пока!